Приветики, приветики, мы приехали на наш кебан. Короче, тут такой дождь падал. Тут такие комары летают, а мошка вот такая, но ее столько много. Мы теперь все вот в таких чехлах ходим. Если вы вдруг будете ехать куда-то на север, Мариам, скажи всем привет. 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 Если вы где-то будете ездить, где сильная мошка, только с этой штучкой ездить надо. Ну, давайте будем смотреть, какие у нас прогрессы будут на эту неделю. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Надо их убрать. Попилили те два дерева, сейчас расколоть и сложить надо будет на этот, туда на кучу, чтобы сохло. Ольга у нас первый раз дрова колет. Оля, тебе сколько лет? Ей 13 лет. О, кто раньше начинает, кто позже, а кто вообще не начинает такими делами заниматься. Девчонки работают, пацаны наблюдают. Это нормально. Новое поколение. Баба работает, а мужик смотрит. Власть у нас поменялась. Девчонки раскололи, Оля расколола все самые легкие. А пацанам, короче, остались вот такие с пучками. Ну что, Филипп у нас гарненько поел, а для него сейчас сама то поработать, потрудиться. Игорь там сварка сейчас будет приваривать. Чтоб завтра все эти колотить полыбить. Устаканился. Вот теперь типа на снег сосиски пожевать. Мошки такой уже сильной большой нет, не знаю, куда она делась. Кто чем занимается? Устали сегодня? Кто больше всех устал? Мариам, у нас сегодня всех комаров дома гоняло.
Возможно, это не будет.